Тихо ты. Моя Фанта. Всем привет, с вами Песенчик ТВ. Сегодня мы будем снимать фильм, опять же. На этот раз про меня уже. Долгая история будет. Ну ладно, желаю вам приятного просмотра. Ну а мы начинаем. Однажды жила-была девочка. Ее звали Карина. Она сидела и читала что-то. Она читала про какого-то неизвестного духа. А по имени его никак не звали. Безымянный дух. Она решила, завтра его вызовет. Она дочитала последнюю главу, шестую. И легла спать. Ей не спалось. Она ворочалась. Ей снился странный сон все время. Она не могла уснуть. И, наконец-таки, в последний момент заснула. Ее разбудили звук машин. А какой звук она не могла увидеть, потому что спала. Она не понимала, что происходит. И просто у нее мурашки по телу пошли, и она опять легла спать. Через некоторое время настало утро. От неожиданности ночью она ей захотелось умыться холодной прохладной водой. Но ей чтобы что-то помешало умыться. Она увидела в зеркале странное пятно, которого не было. Она потрогала это, и у нее чуть сердце не схватило. В пятку чуть не ушло. Это была кровь. Она пошла за тряпкой и вытерла это. Она стала умываться. Есть ей не очень хотелось, да, от неожиданности ночью ей захотелось покакать. И она снова пошла в свою комнату читать еще одну главу. Как не успела она открыть книгу, то сразу ей в звонок позвонили. Карина сказала: «Сейчас открою». И отправилась в гостиную. Да сейчас открою. Но перед тем, как открыть дверь, она посмотрела в глазок. Там не было никого, подумала. Показалось, наверное, и вернулась в свою комнату. И села читать главу. Но ей опять помешало. Через полчаса. Прошло полчаса. Был вечер. Девочка дочитала всю книгу, и ей вдруг позвонил кто-то на телефон. Она взяла трубку, но не могла взять, у нее телефон завис. Она подождала полчаса и наконец-то отвис. Была ночь, 12 часов ночи. Она сказала: «Алло, это кто?»
Ей сказали в ответ: хочешь Девочка сказала: вы что, шутите надо мною? Я вас не понимаю, говорите нормально. Хочешь купить желанное за ценное? Ценное мне отдаешь. Чё? Я не понимаю вас. Я не разговариваю с незнакомцами. И вдруг ей сказали громче: хочешь купить желанное за ценное? Ценное отдашь мне. Девочка от неожиданности чуть телефон не уронила. Вы что, с ума сошли так орать? Да, хочу. Выбирай. А чё выбирать? Все, что хочешь. Ну ладно, я хочу новый набор куклы. Будет доставка через 3 дня. Пока. И все, сбросили трубку. И она пошла опять спать. А потом наступило утро. Она увидела на полу что-то. И оказывается, это была новая кукла. И она пропала куда-то. Она не смогла понять, что происходит. Еще даже 3 дня не прошло, а 1 день прошел. Странно все это. Ну и она приняла дело вызывать духа безымянного. Она все сделала, как было положено, сказано в книге. И говорила 3 раза. Безымянный дух, приди! Безымянный дух, приди! Безымянный дух, приди! И последний, 4 раз. Безымянный дух, приди! И поиграй со мной. Ничего не происходило. Комната была как обычная. Она думала: может быть, я что-то не то сделала? Прочитаю еще раз эту главу. Но у нее на кухне упала посуда. Она быстро побежала же на кухню. Она так испугалась, что даже чуть не описывалась в юбку. Она пришла на кухню. Вроде бы все нормально. Только не ладилось вот то, что не было стульев, ни всякой прочей еды, ни столов. Куда они могли деться, она не понимала. Ну и все же все равно ей было. Все равно еда чуть-чуть есть в холодильнике. И пошла дальше читать главу. Ну и... И она только что узнала, что глава вся закончилась. Но там была еще книга про безымянного духа. Безымянный дух 2. 200 глав. Она так обрадовалась, что даже в обморок не упала. Она так любила читать. И вдруг у нее включился сам по себе компьютер. И включилась музыка. Она пошла его выключать. И наконец-то выключила. Наконец-то. Как вдруг у нее сама завелась машина и уехала без нее. Уехала куда-то вдаль. И бах, ее нету. Была пустая комната. Просто-напросто пустая комната. И больше ничего. Девочка испугалась. И к ней кто-то вошел, и она быстро спряталась под одеяло. Она спряталась под одеяло. Он рычал, как не пойми кто. Рычал, как динозавр. Потом он вдруг ушел. Это было неожиданное, неожиданный поворот.
Она сразу же позвонила маме. Алло, мам. Доченька, что тебе надо? Я занята. Мама, у меня дома что-то творится. Доченька, что у тебя может твориться? Ты же у нас ответственная. Карина ответила. Мам, я не знаю, как это объяснить. Если ты приедешь, то я тебе все смогу показать и доказать. Что происходит в нашем доме? Тут какие-то посуды падают с подносом. То стулья куда-то делись, и еда половина делась, и стол делся. Мама ответила. Что ты мне врешь? Ничего не можешь просто так убежать. А еще у меня включился сам по себе компьютер, и музыка включилась. И еще машина сама завелась и уехала куда-то, не пойми куда. И еще монстр пришел, рычал. Ну вообще что-то происходит, я не понимаю. Сейчас вон камин перестает гореть. Горит как сумасшедший. Он уже потухает и зажигается. Что происходит? Мама! Доченька, я сделаю дела и приеду к тебе, ладно? Только ты там ничего не трогай. Мама, я не переживу такое совпадение. А вот и мама. Доченька, что у тебя творится? Вот сам компьютер включается. Тут камин горит, то вот это горит, то вот это горит, то вот это горит, то еще что-то там. Доченька, по-моему, надо переезжать. А сейчас быстро спать. Ладно, мам. На следующее утро было уже поздно. Ее уже зарезали, все глаза выкалили. Выкалили глаза ножиком. Рот весь был разрезан, все тело было разрезано. На следующее утро девочки уже никакой не было. И появился только какой-то шкаф. Так и жила мать с отцом, без дочери. Потом отец куда-то девался все время. Он тоже умер. Мама была сирота. И также сама себя убила. А монстр был счастлив и устроил конец света. Ставь лайк, если хочешь продолжение, узнать, что будет дальше с ее семейкой.